Ирина красавица сегодня, но она опять кричит, чтобы ее не снимали. Мы, в общем, по ресторанам ходим, да? Такие богатые, деньги-то зарабатываем, да? И по ресторанам ходим. Меню. А, нам на русском языке даже принесли. Я хочу рыбу. Да ты что будешь есть? Или рыбу, или кальмары. Вообще-то кальмары я вчера ела. Что будем есть? Дорого, да? Дорого. Маргарит. Ну, пиццу я не хочу. Нет, пиццу не хочу. Вот блюдо из рыбы. Меди 9 евро, пипец. Ну ладно, чё, мало кому должны. А тут вот эти мидии есть. Каракатица, кальмары, лосось. Так а чё одно блюдо возьмём, да и всё, чё ты обжираться собралась, что ли? Тут вон картинки есть. Давай картинки смотреть. А это, наверное, смешанные блюда. Вот, можно по картинке пиццу посмотреть. Я тоже пиццу не хочу. О, это 38. Но это на двоих можно взять. Какое? Ой, Сань, у меня эти... Вчера мы с тобой эти штуки ели. Да, так я тебе говорю, что мы ели, да, вчера. Тут одни записки. А, это типа закуски, что ли, да? Что такое обыкновенное? Что такое обыкновенное, я не знаю. Это что такое? Посмотри, это не рыба или курица? Это что, это рыба или курица? Не пойму я. Не знаю. Я заказала себе кальмары, а Ирина заказала болоньезо, макароны, итальянское блюдо, спагетти болоньезо. А я, в общем, спиртное совсем, что-то мне плохо с него становится, я заказала кока-колу. Вчера что-то мне с ним плохо стало. Мы вчера с Ириной даже не пошли танцевать, потому что мне плохо стало. Нечего было пить, дать, надо было до танцулик дождать. Ну и ладно, что сегодня в ресторан пошли. Не каждый раз танцульки. Ресторан находится на Фанальсе, тут вот. Потом выйду, покажу. Как называется, ничего не знаю. Как называется этот ресторан тут? А, Лемон. Вот, смотрите, как называется Лемон ресторан. На Фанальсе. Парами кальмары. О, какая огромная тарелка. Опять, Ирина. Это такой тарелка. Не надо, я сама как это буду есть. Обалдеть. Вот так лимончиком вот это надо. Ну и как, вкусно? Да, я голодная, мне вкусно. Вкусно. Ну-ка, мне. А я вот это хочу. Я так прямо кальмаров захотела вот этих. Мне вкусно. Ну, так вкусно, мам. Будешь? Не, так вкусно. Ну ладно, все, приятного нам аппетита. Приятного нам аппетита, домашней еды захотелось мне. На болоньезу туда надо нам... Вот, смотрите, если тебе надо. Не надо мне зачем, мне надо в Инстаграм снять. Ну и как, вкусно? Да, я голодная, мне вкусно. Вкусно. Ну-ка, мне. А я вот это хочу. Я так прямо кальмаров захотела вот этих. Мне вкусно. Так вкусно, так вкусно. Mm-hmm.
Ну ладно, все приятно. Приятного нам аппетита. Домашнего нам аппетита, домашние лица хотелось съесть. Вот смотрите, я уже сколько съела. Я все съем. Я все съем. А что какой? А десерт-то в нас влезет? Десерт в нас влезет с тобой, ой, не знаю. Да, я тут пиво пью. Ну вот, все, мы съели с Ириной. Сейчас счет ждем, потом покажем вам. Ну мы отдельно. Ирина сама за себя заплатит, я сама за себя. Ну тут нормально так. Тут все так делают. В общем, я заплатила 13,60, а Ирина забыла свой чек. Давай, давай, давай. Сколько нам все вместе? Вот, нет, смотри, нам вместе вначале насчитали 24, сколько? 0,5, а мы попросили отдельно у Ирины 10,45 на... А у меня 13. Видите, как мы сходили? Шиканули. Так, сколько себя будем ходить? Больше мне кто-то... Да, да. Тебе понравилось, да? Сейчас вот смотрите, мы нафоналась. Ой, что-то опять погода портится. Мама. Вот, видите? Вот он. Откуда, видите? Вот он. Тут сравнение. Вон Royal Beach, вот там. Отель. Подороже, зато как-то, не знаю, чистота. Так можно еще потом в следующий вот в тот ресторан сходить. Это вот мы с Лешей раньше часто сюда ходили, а тут что-то перестали ходить, не знаю почему. Тут у нас как-то бытовуха затянула, и мы все. И вот. Вкусно. Вот, видите, какие цены.